Событийным эпицентром масштабной республиканской акции «Споем гимн вместе» стала площадь у Звезды в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Тысячи горожан и гостей Бреста пришли сюда, в сердце города, чтобы окунуться в атмосферу праздника, насладиться голосами и танцевальными номерами лучших коллективов Брещины. Дети и взрослые, молодежь и ветераны, люди разных поколений не могли в этот день остаться в стороне. Главный государственный праздник – День независимости. Это символ свободы и открытости нашей страны, единства современного общества. А ежегодное увеличение числа участников акции «Споем гимн вместе» – это безусловное тому подтверждение. Уважаемые брестчане и гости города, от души поздравляю вас с главным праздником страны, Днем независимости и 75-й годовщиной освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Этот день по праву стал точкой отсчета свободного и мирного развития нашей Белоруссии. Мы всегда с благодарностью и уважением говорим о героях-освободителях. Беларусь помнит для нас не просто слова. Это нравственный стержень белорусского народа, прочная духовная основа, на которой мы сейчас укрепляем свою независимость. Конечно, возможностью будущим поколениям быть свободными на родной земле, строить независимое государство, все мы обязаны подвигу многонационального народа, освободившего нашу землю от гнета фашизма. Поэтому в один из главных государственных праздников нашей страны белорусский народ не забывает о людях, подаривших нам это счастье. Прогрессивное, современное и независимое государство, которое чтит свое прошлое и с уверенностью смотрит в будущее, таким видят брещане свою страну. Такой своим ежедневным трудом помогают ей быть. Самостоятельно развивать структуру, промышленность, социальные стандарты – это независимость. И гордиться своей страной, работать для своей страны. Когда человек свободен в своей стране, имеет, как в той Конституции написано, право работать, получать хорошую зарплату и чувствовать себя свободным и независимым. Человеку легко живется, государство ему помогает, выручает. И человек, конечно же, дает тоже государству, вот он добросовестно работает. И в случае войны любой из всех, кто вот, на рабочих станках, на рабочих местах может откликнуться на помощь государства и защитить в трудные минуты. Красивая, молодая. А как живет? Весело. Национальный белорусский колорит концертной программы вызвал гордость за богатство и многогранность родной культуры у собравшихся, подготавливая к самому важному моменту мероприятия – исполнению гимна. Десятки залпов праздничного салюта, озарившие небо над городом, и долгожданная минута, в которую к сотне тысячам голосов участников республиканской акции со всех уголков Беларуси присоединились голоса Бреста. Акция «Споем гимн вместе» – это уже больше, чем традиция. Это момент единения всего белорусского народа в многоголосном воспевании гордости за родную землю, за синеокую Беларусь.